Приветствую всех подписчиков гостевого канала, с вами Линсменов. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня новый букс Matic Faucet, или как вот здесь в браузерной строке называется, 99 Faucet, как хотим, так и называем. Ну, естественно, нам без вложений дают зарабатывать различные криптомонеты. Значит, опустимся ниже. И здесь вопросы-ответы. Значит, нет минималки на вывод у нас. Значит, стоит обратить на него внимание. Регистрация здесь, как всегда, наипростейшая. Email, два раза пароль, капча. Кликаем «Зарегистрироваться». На почту мне ничего не пришло. Но пишут, что Gmail, почта, видите, обратите внимание. Далее что? Ну, естественно, вход будет по имейлу и паролю. Попадаем в кабинет, так как он без вложений, ой, без минималки на вывод. Естественно, я проверила его уже на вывод. Я собрала, сделала на кране один сбор и на серфинге. Там два вида серфинга. На одном один сбор сделала и на другом сбор сделала. Итого у меня было три вывода, так как он без минималки. Сейчас я вам покажу. Значит, вот 99 Faucet. Вот это я на кране собрала. 124 лайткоин Сатоша 6 мая. Я только что зарегистрировалась. Потом на одном серфинге 149 лайткоин сатошиков 6 мая. И на другом серфинге 169 лайткоин сатош 6 мая. Значит, переходим на домашнюю страничку. Значит, здесь у нас сразу реферальная ссылочка. Если вот здесь кликнуть, ссылочка копируется. Баланс у меня все здесь по нулям. Значит, далее что? Здесь тоже реферальная ссылочка. Нас интересует вот вкладочка «Вывод». Это мы потом посмотрим сейчас. Я, значит, оффервал я не пойду, потому что меня блокируют там. Free Faucet. Вот здесь я собрала сбор. Довольно-таки без всяких заморочек, во всяком разе, я собрала. Вот 125 вот этих коинов тут дают за разбор. И собираем, разгадываем капчу, антибота нет. И здесь без, видим Unlimited или как-то, в общем, без ограничений. Кликаем Claim. Это кран. Все, я собрала, видим, да, вот эти монеты. Окей. Идем на вкладочку «Вывод», сбор раз в минуту. Довольно-таки неплохо. Вывод здесь на Faucet Pay и C-Wallet. Рекомендую обратить внимание вот на этот C-Wallet, так как становится такой, он популярный такой, уже набирает популярность. Я буду, естественно, выводить на Faucet Pay. Я выбираю Litecoin. Здесь можно на Faucet Pay в тронах выбрать или Palogon. То есть Matic, да, вот этот, как он и называется. Прописываем сюда email адрес от Faucet Pay. Как бы сумма стоит уже по умолчанию. Также разгадываем капчу, кликаем вывод. Это у меня будет уже четвертый вывод. Все, монетки мои вывелись. Идем на Faucet Pay. Обновляю страничку. Это у меня будет четвертый уже вывод. Видим, да, три я вам показала. И это будет четвертый. Опускаемся ниже. Вот 124 лайткоин сатоши 6 мая. Далее что идем? Так, оффервал. Это вот еще вот такой есть кран. Давайте посмотрим. Здесь дают такое количество монет. 0 минут. Здесь вообще без таймера. Давайте его разгадаем. Так, автомобиль у нас, да, идет. Здесь я не разгадывала еще, не собиралась с него. Клейм. Все, я собрала. Идем тогда сразу на вывод. Видим, им по новой можно, да, собирать. Ну, я буду опять в лайткоинах.
Это у меня 26 лайткоин сатошиков. Разгадываем капчу. Мост. Так. Кликаем вывод. Все монеты вывелись. Идем на Faucet Pay. Обновляю страничку. Так вот, 26 литош вот этих сатош. 6 мая. Далее что идем? Так, серф АДС. Ну, короткие ссылки хотите, смотрите, хотите, нет, это ваше дело. Значит, серфинг одну я просмотрела. Давайте коротенькую рекламочку посмотрим. 5 секунд. Кликаем VIP просмотр. Таймер у нас, как всегда, капча наша любимая. Так, что у нас мотоцикл. Подтверждаем. Зеленую вкладочку возвращаемся. Там можно закрыть. Зачет. Вкладочка вывод. Видите, да, меня не беспокоит даже никакие рекламы. По качеству, а там не знаю. Опять вывод. Лестница. Мотоцикл. Подтверждаем вывод. Все. Good. Возвращаюсь на Faucet Pay. Давайте перезагрузим. Вот 149 лайткоин сатош. 6 мая. Все шикарно видим, да? Далее, и что еще у нас здесь? Вот серф АДС я вам показала. Еще вот такая рекламка есть. Также давайте коротенькую найдем. Значит, вот по 5 секунд. Кликаем. Значит, здесь немножечко по-другому. И вот здесь теперь кликаем. Нас перебрасывает на страничку. Вот здесь идет, обратите внимание, таймер. Ждем, пока он закончился. Переходим теперь. Эту вкладочку можно закрыть. Здесь мы разгадываем капчу опять. Велосипед. Закрываем, подтверждаем. Вэри. Все. Зачет. Опять идем выводить свои монеты. Опять я выбираю лайткоин. Разгадываем капчу. Мотоцикла. Так, вот еще. Подтверждаем, выводим. Все good. Опять идем на Faucet Pay. Обновляем. Опускаемся ниже. И здесь вот 169 лайткоин сатошиков. 6 мая. Все шикарно, как видите, платит инстантом. Собрал, вывел. В общем, ну как-то так. Ну, в принципе, здесь и все. Основные моменты я вам показала. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Неинтересно, друзья, пройдите мимо. Всем удачи, всем пока.